Если это нечто, к чему должен прийти весь мир, если это то, что должен раскрыть весь мир, все человечество, почему же это так скрыто? Это не скрыто, это просто обратно нам. Это никак не скрыто. Я тебя не понимаю, ну как ты это ощутишь? Ты ведь не знаешь, что такое любовь. Своей жене пока не рассказывай, но вообще ты не знаешь, что такое любить. У нас принято в нашем мире любить, это как насладиться кем-то или чем-то. Я люблю рыбу, люблю детей, люблю хорошие там виды, пейзажи. Это значит, что я что-то люблю. Здесь же любовью называется то, что ты чувствуешь ближнего, чувствуешь то, что происходит в нем, и тогда ты воспринимаешь его желание выше своего. И все твое «я», всеми твоими возможностями, всеми способностями существует только для того, чтобы наполнить его. Это его желание становится твоей душой, а ты, ты всего лишь исполнитель наполнения его души, его желания. Я всего лишь исполняю наполнение этого желания, в этом вся моя роль. Ты тем самым подобен Творцу.